Работников культуры с наступающим профессиональным праздником, который отмечается в России 25 марта, поздравил Вячеслав Гладков. Лучшим из них руководитель области вручил ежегодные губернаторские премии «Творчество, мастерство, успех» и «Хранители наследия». Отмечено более 20 человек. Это сотрудники домов культуры, музеев, театров и библиотек области. Глава региона подчеркнул, что на контрасте с другими регионами Белгородский культурный кластер находится на высоком уровне. Не так давно встречался с министром культуры Российской Федерации. Мы договорились о том, что создадим комиссию, такое постановление подписал. Будем заниматься формированием кинематографического кластера. Мне кажется, это очень правильно, когда к нам будут приезжать снимать фильмы документальные, художественные. Даже с точки зрения позиционирования региона, да, мне кажется, это новые возможности. Напомним, в Белгородской области в сфере культуры работают более 12 тысяч человек. Поздравляем!